Здорово, пацаны, меня зовут Рафин, и вы ждали этого дня. Полуфинал нашего первого турнира для женской команды. Как вы помните, в прошлом ролике мы выиграли своих соперников, просто наказали их за слова, за их оскорбление. И после этого я вообще не хотел сливать этот турнир. Если сегодня мы выигрываем полуфинал, то мы попадаем в финал турнира, где мы поборемся за призовой фонд в размере 25 тысяч голды. Поэтому сегодня было очень плотно, сегодня были очень жесткие страсти. Поэтому, пацаны, сходу не забудьте про ваш лайкусик, подписочку на канал и не забывайте о том, что 10 тысяч лайков равно новая часть ролика с девушками. Так что всем приятного просмотра и погнали к ролику! Фух! Девочки, я вас снова приветствую на нашем полуфинальном матче за выход в финал. У нас сегодня, кстати, еще новый игрок Эльвира, Салемчик. Мы, если что, ее зарегали в запас на турнире. Я думал, она не пригодится, но в итоге пригодилась, потому что девочки, блин, все позаболевали. Поэтому, Эльвира, приветствую тебя. Все, первый раунд играем по дефолту, просто холодим по всей мапе. Они не ожидают, что мы на последке будем холодить. 2-2-Б, я в Соломниц играю. Я на... Все, просто играем от инфы. Б, кто-нибудь встаньте. Саша, Бруска, давай. Бегу, через давай, Дель, пачечку оставь где-нибудь там, иду у меня. Арабеска и водосток. Угу. Все, нам главное искать килл. До первой минуты нужно найти килл хотя бы один. Они три хаешки уже отдали. На бейсте. Угу. Еще бэксайду, лоу, 57. За пачки не пойди, то на лонгу. Умница, все, Эльвира, лучше отойди с аккаунта. Отойди, иди на бэк. Вот здесь вот. Ага, ладно, я лучше отойду. Да-да-да, отходите, нужно было уходить срочно. А. Не девочка, он один. Быстрее, быстрее, Эльвира. Все, у Саши. Бегу. Один лохопа. Фаст, время мало. Саш, пробуй до конца поставить, Эльвира, прикрывай. Бэксайд! Сайту, сайту, сайту. Время. Иди сюда. Нооос! Что ты забрала только что? Просто лучшая. Умничка. Хорошо, ППшки, ППшки. Ну, честно, плохой раунд был. Понял, Эльвира. Плохой раунд был, правда. Но окей, главное забрали. Спасибо. Ошибка была в том, что Эльвира очень долго там оставалась. Но окей, нормально. Главное просто общайтесь больше и слушайте друг друга. Также 2-1-2 играем. Кто на, немножечко агрессивно можете пройти. Они будут в крысе сидеть со всеванами. Водосток. Водосток есть. Не тратьте хаяшку на них. Лучше вы их байтите, чтобы они вам все гранаты отдали. КТ двое. Пошли на. Они ушли на. Все, можно Б залетать фастиком. Проходите Б, кто на лонгу? На Б. Б есть. Убейте Б. Лучше. Найс. Все, Б чисто? Да-да-да. Умнички. Умница! Что по ганам у них было? Пистолеты. Отлично. Эко. Все, не пуш, не дайте им ганы. Водосток, класс. Закрытую. Найс. Хороший раунд. Лучшие девочки. Видите, вы прошли на, забайтили их, они все снулись на плент, и мы спокойно пустой в плацай зашли. Кому калаш нужен? Давай мне. Вот я скинула. Все, видите, пока работают такие раунды, точно так же играем. 2-1-2. А у нас какие карты будут? Давайте я на следующую карту мы сами пикнем. Посмотрим еще, как будем играть. А мы сколько карт? Две. Раз, три. Только про. Посмотрим. Давайте сначала эту выиграем, мало. Мы выиграем все, причем. Тише, тише. А, есть. Водосток есть. Давайте я скину через трубу. Нужно бить водосток. Можно пройти с тобой сейчас. Подходим, подходим. Угу. Рин дал хае. Дал сошку, можешь пробежать. Убила одного и один справа. У меня ребёшка. 55. 55. Да здравствует Санкт-Петербург и этот город. Это город наш. Хорошо, я не понял прикола, почему у нас сейчас играла только Эльвира соло А. И она в соло А проходила. Кто должен был с ней играть? Понял. Я в прошлом раунде хотел пойти на отца. Не хотите признаваться. Хорошо, сейчас играем трое мид. Саш, сыграешь соло Б? Да, окей. Все, Эльвира, Эльвира, ты соло. Нет, нет, пачку к пачку где-нибудь скиньте. Пачку каждый раунд, когда мы холдим, просто скидываем где-нибудь. В арабеске вроде есть. Все. Убил арабеску. Играем трое мидл, потому что у них часто кто-то мидл пикает. Водосток есть. Водосток, ждем, пока водосток нас пикнет. Так, кто на А, стянись к нам на Б. Отпусти я полностью. Водосток один. Водосток. Отойди, отойди, Адель. Ты лох хпш, я тебя прикрою. Отходи, отходи с меня. Угу. Все, готовимся к Б вылету. Я пробую сейчас водосток убить. Кто-нибудь на беду может с нами водосток прийти, кто фул хп? О, отлично. Я даю флешку, мы заходим. Дю пацат на КТ. Хорошо. Хорош. Заходим в сайт. Хорошо, поставить. Шире играем. Разойдитесь. Взял спину. Есть. Супер. Все, закрытую. Больше общаемся. Так это. На КТ. Вроде как. Да, все, отлично, они сейвят. Умнички. Хороший раунд. Идеально зашли. Двое арабеска. Все. Отлично.
Главное не допускать ошибок и не нужно нам отдавать опены. За атаку, если мы даем один опен, мы 4 в 5 уже не выиграем раунд. Если мы по нему опен находим, мы, соответственно, выиграем раунд. Если по нам опен находит, мы его проиграем. Также точно халдим, сейчас играем трой мидл. Нужен дроп. Не-не-не. Адель, поменяйся с Эльвирой. Не-не, Адельку сыграй сейчас на. Эльвира сыграй лучше под Б. Все, мы трой мидл. Я не поняла, кто куда. Эльвира Б, Адель А, мы трой мидл. Адель, тебе нужно немножечко прожать их. Я тебя сейчас через арабеску помогу. Водосток 23, водосток был с этой. Так, русская. Подожди, я прохожу арабеску. Арабеска. Проходи, русско, на шифтах. Двое арабеска. Да, они куда-то все идут. Попробуйте пачку забрать и идти на Эльвира, можешь КТ пройти на шифте. Угу. Русско, аккуратно, меньше пикайся, просто держи плент. Угу. Эльвира, быстрее проходи КТ. Арабеска вроде где-то был. Нет, нету. Хорошо. Идёшь, арабеска. Все, КТ чисто. Угу, все чисто. Пена, может быть, спину чекать? Да, чек. Арина, флора скитает, не умирай. Арабеска. Арабеска. И КТ. Ну как он пикает? Все, на молик, на молик, на молик! Арина, у тебя фул раскид есть. Он же был ждать дефа и молик на пачку кинуть. Ты выиграла бы раунд. НТ, хорошо, прошли. Эльвира очень долго проходила КТ. Прям боялась, как будто бы. Бруска отлично отыграла свету, сдержала. Но вот Арина немножечко подруинила моликом. Нормально, такой же точно раунд, только Саша аккуратно. Сейчас я, ты, по-моему, там 40 на миду сразу же умерла. Можешь более глубоко мидл занять. Ну, тебя прям возле дверей стать. Прям знаешь, как-нибудь вот так вот стать. Вот так вот, чтобы они тебя сразу же не убили. Чтобы мы под размен сыграли. Там играем глубоко, ты играешь далеко. Так, а кто у нас А? Бруска, ты должна А играть. Какой же точно раунд? Скинем пачечку. А, подбро есть. Все, ждем ошибки. Обычно водосток пикаешь. Ждем водосток. Так, кто со мной мидо? Пойдем, пройдем водосток. Арин, ты пока что чекай, чтобы арабеска нас не вышла. КТ. На, стягивайтесь лучше. На, фастиком через арабеску. Заберешь пачку, Арин? Супер. КТ. Арабеска была. Быстрее, а кто у нас водосток? Водосток, быстрее ко мне на арабеску. Отлично, все, в КТ. Умничка, Бруска, еще в КТ. Зади поставить. Угу. Заходите. Все, и шире играем. У тебя есть молик, сыграй в закрытую. Мне подпушат. Арабеска, 89, но не перестреляла просто. Арин, есть молик? Ну, как я ужасно играю. Давайте скинем. Давай. Ага, сейчас пойму найти. Быстрее! У меня не... Арабеска, лол. Это капец. Ладно, на подразмен играем. Дефайт. Хорошо. Ой, хорош. Лучший. Отлично. У тебя в итоге был молик или нет? Скажи, пожалуйста. У меня есть молик, у меня почему-то я нажимаю на него, окей. Он мне выдает. Хорошо. Сейчас делаем фаст Б. Бруска, сыграй, наверное, лучше в миду. Ты хорошо заходишь в спин, попробуй сейчас зайти через водосток к ним. Мы сейчас в четвером заходим просто балонг. Окей, я схожу за пачкой. Все, просто фастите Б сразу же. Бруска, ты на шифтах проходишь водосток. У них часто в кэта кто-то играет. Я тебе в кэта флешку могу накинуть. Флешку всадить. Все, уже зайти нужно. Еще флешка дал. 3, 2, 1, бум. Все, я ставлю прикрыть. Умница! Прохожу. Да еще. НТ, Бруска. 92. Смоку у тебя. Двое КТ. Хорошо, КТ лост. КТ 34. Хорошо. Отличный раунд. Умнички все. Идеальнейший взлет. Идеальный я не видел еще взлета сегодня. Хорошо. 5-2. Попробуем сейчас также похолодить. Также играем 3Б. Бруска, ты играешь А. Эльвира, ты играешь Б. У нас хорошо это получается. Они наш холд не контрят. Пачку где-нибудь вот здесь киньте или здесь. Водосток. Послушали, Бруска? Да-да. Да, окей. Давайте втроем пройдем арабеску. Возьмите пачку. А кто на Б, проходи бы в спину к ним, Эльвира. Ты должна КТ будешь занимать сейчас. Так что не спеши, Эльвира, не спеши. В КТ начали стягиваться на Б. Все, нам нужно А залетать. Полетели прямо сейчас. Эти двое тут. Да, двое тут на Б. Нужно зайти. Убить. Все, поставить закрытую от КТ. Ай, нет, блядь, ну что за тайминги? Что-то мы как-то в арабеской застолпились. Нужно было сразу же фазвали делать, а мы стояли, чекали. Это главная ошибка была. Хорошо, ладно. Давай я на А сыграю. Я могу предложить, мы ни разу за 9 раундов за атаку не сделали фаст А. Можно сейчас фаста сделать. Я сыграю мидсавиком, убью арабеску или водосток. Вас нужен залет под А фастовый. А кто АФК? Пачка АФК. Все, тогда не спешим. Я тут. Не спешим, ждем пачку и потом залетаем А. Все, фастите А, я мидавик играю. Потратили руски тут. Прям хорошо. Хаешку бы дали. Двое Б. Все, залетайте А фастом. А, 7 хп. Молодец, Эльвир. Под размен сыграла. Ставлю. 32. Другой. Знаешь. Убил мид. Молодец, Артем. Все, 3 в 1. Закрытую. КТ ласт 0. Все, Арин, у меня есть флешка, у меня есть молик, у меня флура скид, главное живи просто. Дал флеш сайт. Умница. Хорош. Он был фул фушен, мне кажется. Отлично, раунд. Вот и все. Все, осталось нам теперь за 7 сторону забрать 4 раунда. Капец, если мы сейчас на их пике их же закроем, это будет очень жестко. Потому что первую карту пикали они. Напомни, кто у нас играл А? Я играла. Я играл без Бруска, по-моему, да? Я пода могу. Я играла с тобой. Хорошо. Адель, ты со мной играешь на Б. Нет, Эльвира, сыграй с Бруска на Б. Я сыграю мид, все остальные А. Уступлю позицию. Я на Б бегу. Я бегу. Саша Арина. Это кстати, на Б. Умнички лучшие. Nice. Молодцы. Минус. Хорошо. Еще один. Хорошо. Еще. Ушел. Все, не спешить. Не спешите.
Найс, хорошо. Что, умнички. Вдвоем обработали просто сайт сюда. Куда мы пушим, дорогие друзья? Забетонировано. Дробовики, это имба на этой карте. Кто играет пода, можете немножко цветохов поджать. У них сейчас будет теки. Вы спокойно можете просто скушать. Да, это. Поезжайте, поезжайте. Русская, что ты решила бы отпустить? Я не могу понять. Сейчас пойду. Уже не надо. Это ж А или нет? Нет. Не стягиваемся. Бэк, может быть. Не отпускайте планты, не ходите налево-право. Я поджимаю Б. Ну, с первой в лицо nice. Ставить. 46 дала. Мне кажется, они холодят чисто. Молодец, Варя. На Белла он сидит. Не отпускайте планты. Вот все, стойте. 2Б, 1А. Все. Умничка, Арина. Встань вот за этой стеночкой и вот так сиди в крысы, жди. На, топает один. Арабеска. Наверное, стянись, бруска. Окей. Это фула. Бегу, бегу, бегу. Ставь это. Умница. Ой, умница! Ой, лучшая. Умничка. Арабеска, арабеска. Класс. Арабеска. Все, красавицы. Я видел, я видел. Ну а дальше произошло то, чего никто не мог ожидать. Тем более я. Кстати, вы знаете, как еще можно классно провести время с друзьями? Arizona Mobile. Ведь это многопользовательская игра с тысячами игроков, невероятной атмосферой и миллионом возможностей. Становитесь тем, кем всегда мечтали стать. Приобретайте и тюнингуйте под себя эксклюзивные и дорогие тачки, привлекая к себе кучу внимания. Уникальная система кастомизации позволит вам превратить даже самую дешевую развалюху в произведение искусства. Играйте за бандита и участвуйте в схватках за бизнесы и территории. Подчините себе все ключевые предприятия в городе и станьте самым влиятельным преступником в штате. А может быть, вы хотите вместе с друзьями стать на защиту порядка и охранять улицы Лос-Сантоса от криминала. Вступайте в ряды полиции, присоединяйтесь ко мне в игре, вводите мой промокод и давайте покорять вершины вместе. А на 5 уровне тебя будет ждать бонус лично от меня. Ссылочка будет в описании и увидимся в Аризоне. Проблема! Еще не было инфы, то что пачка А, у нас уже все отпустили Б, пошли стягиваться. Не слушать, оставайтесь всегда до конца в плентах, пока пачку не спылили. Они могут играть даже четверо А, но пачка будет идти Б все равно. Оставайтесь до конца в сайтах, все, играем так же. Ой, прости, пожалуйста. Мид лохо пачный. Беллон кейс один. Что у вас там пода чисто? На миду нет? Есть. Окей, значит, они холодят по всей мапе. Вон есть на Б. Начал с фунфалом. Это у них ППшки. На мольк накинул. Все, главное сейчас двое пристреливать. Двое тут. Зря поджал, закрыт нужно играть. Ну, мид накоцанный. Еще мид. Двое мид. Двое Б. Кто-нибудь один отпусти А и снизь к нам. Ай, все-таки конечно. Достал. Двое мид. Один пачка мид. Трое мид. Это будет на залет, скорее всего. Да не думал. А, нет, это Б залет, да. Это фул Б. Я бегу, я бегу, я бегу. Да? Слушай, я бы засейвил. 1-4, без брони. Раль, два упана отдали. У нас Апу Марина поджала слишком сильно. А вот сейчас нужен будет дроп? Ну, сейчас посмотрим, что по деньгам будет. Очень сильно Ринта поджала. Потом на Б у нас тоже я Эльвира. Пожала. Ты зачем-то пошла лонг? Нужно закрыто играть. Делаем так, чтобы если наш одного кто-то убили, второй нас сразу же разменял. Одному не пушим. Все нормально, 8-4. Сейчас посмотрим, что по ганам у нас будет. Если не больше 3000, то сделаем фаб без брони. У меня 4-3. А, ну все, супер. Ты можешь тогда мне и Саш. А, скинешь мне туда спас, если не трудно. Да, хорошо. Да, хорошо. Все, играем в закрытую. Лею! А ФК не стойте? Я закупалась. Это А. И Б тоже есть. Не отпускаем плоды, стоим до конца в закрытую. Хорошо. Ой, молодец, лучше. Арабеска проходит аккуратно. Я пойду на снусь. Останься, бери 50 хп. Останься одна Б, все остальные сидят сна. А, все, фула. Это фула, фула. Они двое лонг ушли, жду вас. Сделайте фейк деф, дефайте до конца дефай. Дефайте, найс, дефай, дефай, дефай. Молодцы, просто лучший. Хорошо, немножечко растеряли в последнем моменте, но хорошо. Но умнички, умнички, 9-4. Отличненько. Ой, не смотрите на мой счет. Да нет, монтажер вырежет. Так, я сейчас играю А, кто на А играет, подпушиваем. Кто играет на Б, сыграйте просто закрытую. А подождите, а что я? А кто на А? Я не знаю, кто третья на А должна играть. Бруска, вроде бы ты. Саня, 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 Саня. Я что-то этот. Я под Б. Извиняюсь. Все, мы А подпушили. Идем сейчас сюда. Ой, у нас есть. Дали, а я. О, я плохо заимил. 56. Саша затупила, ты немножечко должна была с нами пушить. Ну все, не да пушь, Саш. Закрытую, закрытую, закрытую. Вот меня даже убили. Там убили. Артем помогатор. Так, тише, женщина. Да-да-да, Сэви, тут ничего не сделаешь. 1-4. Арабеска. Ой, КТ. Бежим. Быстрее. Хорош. На колоде спрячься. У тебя лунг сейчас будет. Ой, умничка, лучше. Ой-ой-ой, еще. Ты лучше после таймера. Не, ну просто умничка, просто шедевральный раунд. Дай дроп, пожалуйста. Или Юрочка. Хорошо, ничего не придумываем, не пушим. Играем так же закрыто, я сейчас сыграю с Авика мидл. Если подпушиваете, можете агрессивно сыграть, только общайтесь. Говноед! Убил нет. Что у вас тут происходит? Я с вами. Что у вас здесь происходит? Прикинь, сейчас чел выйдет, охренеет просто. Баллонг один. Мид. Ой, умничка. Еще. Еще. Это будет, скорее всего, будет. Ну, меня спрей убивает какой-то от комаров. Мы здесь пока живем. Это, кстати, а. Пачка куда? Стягивай, стягивай. Все, давай, все, ты ужас. О, слева.
Общайтесь, тебя слева убили, а ты акаешь. Блин. Что значит А? Что с коробками? Ой, коробки. А, это позиция? А, охрененная позиция. Ладно, хорошо. Делаем диглы сейчас. Диглы, дробаши, у кого. Ну, у кого сколько денег есть? Я хотела сказать, что с тренировками, что без, я лоу-тап. Так я сказала, я что с коробками, что без коробок. Так, девочки, 9-6, что-то это вообще ни хрена не прикольно. Зато угарно. Угарно, если мы проиграем, я вас всех нахрен кикну, это будет такой угар для вас. За что? А нафига вы бэллонг пушите? Еще не под размен. Что делаете? То ли рабеска, то ли где? Она что-то быстрее пошла, как-то я за ней не успела. Мидл. А что вы делаете, алло? А я ухожу. Ждем, мне нравится. В башкой своей думали, как это делали? Саня, останься. Ладно, а почему я? У меня тут много, ай-яй-яй. Думаю, пацан, как это будет. Ай-яй-яй. Какая есть? Мид. Так, что сейчас было? За хрень? Что это был за мув? Адель, кто с тобой еще пошел блонг? Что это было? Вы нахрена пушите блонг вдвоем? Вы если пушите, вы хотя бы, ну, говорите что-нибудь. Вы пошли запушили, умерли, ушли. Пришли, получили, ушли. Никто не сказал, что я подпушу. Зачем? Не нужно пушить закрытую. Башкой, ну в смысле? Ну все, ну не думайте, слушайте, да просто. Чувствуйте, сердцем думайте. Ну, говноед, уйди отсюда. Один на миду, двое мид. Ближе к бэт ходят. Бруска не пикай лучше. Я подойду до конца. У вас есть хаешки? Бруска? Нет. Нет, нету. Эльвира? Нету? Нету. Ладно. Опа, дали хае на Б. Нормально, Сонга. Ждем. Флешка. Балонг, один. Под Б много топают. Хорошо. Б ставит. Я жду вас. Б ставит. Ласт лонг, я жду вас. У меня есть мог. Правый лонг. Он слева. За дефой. Вот и все! Вот так вот это делается! Ну почему вы им столько раундов отдали, я не могу понять. Ну это просто трындец какой-то. Ну мы им отдали раунда 4, наверное, вряд. Ну это главная позор, девочки. Главная победа. Какая в жопу победа? Мы только одну карту выиграли. Ладно, умнички всех, кроме наших соперников. И вот так, со счетом 10-7, мы забираем свою первую карту. И причем, что немаловажно, это был не наш пик. Следующая же карта будет уже нашим пиком, и это будет карта Раст. Конечно, мы могли вообще слить эту карту из-за того, что мы начали очень сильно фаниться. Поэтому на следующей карте мы будем потеть во всю силу. Так что самое интересное только впереди. С вас лайкусик, ну а мы погнали смотреть вторую карту. На булдропе наконец-то появилась реферальная система, благодаря которой ты вместе со своими друзьями можешь заработать голдишки. Все просто, ты кидаешь другу свою реферальную ссылку, после чего ты начинаешь получать процент от проигрышей своего друга на сайте. Также на сайт вернулась фабрика эльфов, так что сходу лови промик на бесплатную карамель, а также промик на пополнение баланса. Все ссылочки будут в закрепленном комментарии и увидимся на булдропе. Такс, ну что, полетели? Все зашли, надеюсь? Да. Вы, если что, на айпаде ставьте низкий шейдер, у вас из этого вылетать не будет. Это проверено, так работает. Опорники Апланта, купите хаешки. Опорники Бапланта, возьмите смоки. Все, let's get it. Окей, пачка. Все, отпусти бы. Это будет фаст, мне кажется. Сайт проходит. Да, это фул. Ой, скушали, все, не спешите, пачка у нас. Не спешите, не пикай, кто мейн, не пикай. Нет, уйди. Я тут за коробкой, все нормально. Он лоху пачный, все, один хит, он умрет. Я еще попал. Один в три можно спокойно слить. Ну зачем? Я хотела его убить. Господи, Арчина, один, что ты это? Так и что, знаешь, сколько мы таких раундов сливали? Он один, мы сливаем один в пять, я знаю вас. Все, я помогу. Молодец, какой ты умничка. Ага. А вот вы не умнички, нафига вы пикаете одного? Ладно, хорошо, ППшки так же точно играем. Нет, не так же точно играем. Последнего мы не пикаем втроем. Последнего мы ждем. Я не пикала. Если пачка у нас. Да, я понял. А умерла так, спотыкнулась, да? Каблук это сломала. Это не я умерла. Чего меня не мэйс? Мидигл. Это диглы. Все, вот сейчас точно не пикаем. Ау, ага, дверь. Сань, тебя нормально посередине стоит? Я девятку чокаю, кто сайту? Уйди сайта лучше, уйди в зигу сайта. Ой, я застряла. Надеюсь, не в стиральной машинке. Так, я на миду. Шрутки такие. Все, от удачи, уйди сайта. Уйдите, да не играйте двое сайт. На хаешке играйте, пусть не заходят, дайте хаешки, ретейкайте. Умница. Еще один. Мид. Домит. Под Б есть. Давай пикнем вдвоем. Дайте мне, пожалуйста. Ой-ой-ой. Это пачка, кстати, пачка Б. Двое Б, пачка Б. Так. Стяг через мид. Сзади. Арина! У меня уши перепутаны. Ты нормально просто поняла, где они находятся, а потом что-то решила развернуться к ним жопой. Вот и все. А, он вообще в ангаре. Вот. Ну, бруска теперь. Ладно, бруска, я тебе дам. Че тебе. Ну, я могу ППшку тебе скинуть. Теперь аккуратненько. Сейчас у них будет бай хороший. Либо ППшка, либо фулбай. А, они делали диглу, у них сейчас будет фулбай. Теперь аккуратно. Что это? Что это такое? Останьтесь, а. Он у меня залагал. Выйду. Б чисто. Все, стойте до конца. Б еще один. Убить пачку. Я убью. Это мое. Хаваю. Можете его запушить, у них мало времени осталось.
Найс, умнички, еще там же был. Я 108, я 360 сделал. Хорошо. Умнички. Не, ну реально, вот можете же, когда хотите. Вот и все. Продолжаем в том же темпе. Я хочу, поэтому не могу. Понимаешь, это раз. Это имба карта, согласен. Но если сейчас будет, Саша, у тебя еще один молик, я не вытерплю такого унижения, я тебя кикну. Я кикну. Дайте молик. Мы тогда призовы поддержим не на пятерых, а на четверых. Опа, сразу затихло. Номер есть. Найс. Все, закрытые, мы в большинстве. Хорошо. Ой, все закрытые, закрытые. 5-3. Да все, успокойся. Они все уже все поняли. Ой, молик с дверей дали, аккуратно, там дверей есть. Он звездит. Он встается или нет пока? Ладно, все нормально. У них дробаши были, вроде, если не ошибаюсь. А кто петух, я не понял. Ты петух. Опа. Прости, пожалуйста. Мне, знаете, нравится, что они там, скорее всего, так, парни, блин, не расстраиваемся, нормально, сейчас затащим, все хорошо, вы умнички, вы лучшие. А мы такие, петух, кто петух? Знаете, просто тимспики наши сравнить, мне кажется, они там капец как сильно потеют. Эльвира, Адель, можешь тебе поджать? О, да, все, закрыто. Это Б, да. Умнички. А, там еще третий. Еще один. Еды дайте. Мне патронов не хватило. Хороший молик. Тише. Да почему по мне он стреляет? Надо пушить его. Да не надо, а нас двое. Не надо пушить, не слушай. Круто, вы в большинстве. Он лонг, поджимай немножко спину, поджимай спину. Хорошо. Дашь калаш, пожалуйста. Я подумаю. Ладно, сейчас можно, кстати, немножко поджать, а? Я прошу мидл. Я бы так же стану. Нет, никого не прошу. И уйди! Отсюда, вау! Вы что себе стоим, смотрите на меня? Уйдите! Мид. Красивый мальчик очень. Б простреливают. Ну там трое мидл. Четверо мидл, все лохопешные. Найс, еще двое мидл. Они тоже лохопешные. Найс, еще ломбл хопешный был. Умнички, еще мид. Где-то топал. Да. Вот и все. Хорошо. Ты пименький, ты мой зайн. Зато я всем когда иду. Хорошо, я с Айком сыграю мидл. Теперь, может, давайте просто их подпушим. И все. И на изах их растащим. Я больше всех звездочек, и молодец, Артем. Да, покупайте всех, пожалуйста. Ну нет, ну Саша. Ой. Саша, давай. Ну все, я пошутила, я не буду тебя взорвать. Просто сожгу. Блять, я фул. Ты обалдел? Воу, тише. Так, стоп, 3-5, все, Саша, собираемся. Саня, ежик в тумане. Они станут слабые. О, да. Ну, можешь лиснуть, можешь сейвить. Ну, ганна у нас есть. Давай, Саша, пробуй, 1-4. Давай, легендарный клатч. Давай. Эпичная музыка. Энте. Нормально. Ну блин, 6-1, ну все, Габелл, уже не 10-0. Вообще, знаете пословицу, между первой и второй перерывчик небольшой, поэтому они нам сейчас могут второй раунд забрать. Давайте лучше. Дайте молик, пожалуйста, я Артема. Ой, нет, нельзя. И давайте им молик. Все, тихо. Вот сейчас фул фокус. Все, фул фокус. Ну, давай. А чё я? Гламит. Я тебя Адели назвала случайно. Адель, у вас АА просто. Саш, давай с тобой вместе мидл сыграем сейчас. У меня еще один мидл есть. Вперед. Вперед. Нет, ты вперед. Нет, девушки вперед. Как умирать, так девушки. Тихо. Б1. Не пачка, 41. Тихо. Б1. Не пачка, 41. О, белого. Хорош. Ой, Адели. Дря. А, двери стоит, ган. Хорош, Ариночка. Лучшие. 7-1. Давайте 8-1 сделаем и затеров просто вынесем. А вот куда ты пушишь, дебил, с дробью? Я... Все нормально, 7-1. Я люблю тебя. На девяточке. Все хорошо. 30 секунд. 1-2, 1-9. А кто у нас бэк, кстати? А, ой. Ну а чем, мне же надо как-то ролик сделать позитивным, а то вы все какие-то серьезные, такие, играете нормально. А, спасибо. Дал флешки мидл. О, на мидл, в упоре, помоги. Я знаю, поэтому я не пикаю его. Да? А мне о чем не сказала? Я же сказала, мид есть. А, да? Ну почему? Моя, тащи. Так, все тихо, звук. Звук. Я вся на ночь твоя буду. Двери. У тебя есть смог. Пачка не под него. Смог, двери. Молик, девятку и дефай. Пожалуйста. Я не умею, раскид. Хае. Пожалуйста, дефай. О, господи. Ладно, хорошо. 10-1 делаем. Но Best of 3 вообще это. Best of 3 это есть две карты выиграли, что все, ты побеждаешь Best of 3. Дал флешку в сайт. Я пачка, so sorry. Дал хай. Запушить! Мейн! Все, 3-2. Закрытое. А, мы пачку не поставили! Думал, у нас пачка поставлена. Нет, у нас пачка идет только. Вейкап, Саня! Сашок! На пасашок! Открой! Смотри, ты аватарку, это она.
У тебя мейн стреляет по тебе. Это было плохо. Все, мы больше не будем, мы просто ничего. Все, давайте, пожалуйста, у тебя, давайте нормальный зверя, пожалуйста. А нахрена покупаете фэнфалы после проигрыша? Все, можно расшутиться? Саш, давай с тобой сыграем, нет? Саш, можно прохомить, спину прохомить немножечко. Поставь пачку. Ставь. Саша, давай скушаем его, погнали. Какое нахрен задание в Stumble Guys? Мне уведомление пришло. Все, 2-1, пачка на вас. Вон с эту. Он в зиге. Найс. Все, лучшее. Последний раунд. Хорошо. Я не знаю, что за хрень, стреляет с чего, у меня уведомление приходит. Новое задание в Stumble Guys. Отлично, Саша, сыграй сейчас лучше с девочками двери. Бруска, сыграй с мой мидл. Я с Авиком, мы с тобой сейчас зайдем к на спину снова. Угу, я понял, у нас Арина АФК. Не надо. За что мы болим? Это анти-АФК. Это трое Б, трое. Четверо. Прикрой. Хорош. Уница. У нас 4. У нас еще с девятки идет на Б. Не попадаю. Зига и КТ. Есть ходяшка. Ага. А моя им кто-нибудь вытащит? Ну что могу сказать? Ну, пипец. Ничего страшного. Это все, потому что меня подожгли молика. Я предлагаю хороший раунд сделать. Мы сейчас под А полностью шифтим. Станьте кто-нибудь двое Б. Саша, пойди, пожалуйста, с Аделей Б. Кто-нибудь, возьмите пачку, будете очень сильно шифтить. Я постреляю с мидл, мы сделаем полностью акцент на то, что мы залетаем Б. Затем я с мэна даю смок, с мида даю смок на мейн, и мы залетаем А. По колу. То есть сейчас самое главное спафейковать Б сайт. Кто на, максимально шифтите. Просто пройдите с пачкой как можно ближе. Все, можно залетать А. Фастиком пушьте Б в спину к ним. Дал смок на мейн. Умница. В КТ. Уйди лучше оттуда, хаешками. Умница, все, на ножи, здесь никого не будет, Адель. За спину, быстрее. Дефают. Найс, о, вот и все. Вот так вот, умнички. Просто красавицы. Ну, как обычно, капитан у нас на лоутабе. Фух, лучше, девчат. Ну что, мы себе завоевываем путь к финалу этого турнира. И, возможно, мы с вами уже через неделю завоюем этот трофей и 25 тысяч голды на команду. Поэтому спасибо вам огромное за игру. Реально, умнички лучшие. Чем не скажете? Да, всем спасибо за игру. Спасибо, что позвал. Это было изи, как бы. Ну что, как-то так мы прошли финал турнира. Так что, напоминаю, 15 тысяч лайков равно новая часть, где мы уже сыграем финал этого турнира с призовым фондом в 25 тысяч голды. С вами был Рапин, со мной сегодня были прекраснейшие девушки. Ссылочки на их каналы будут в описании. Обязательно на них тоже подписывайтесь. И до нового ролика.